Вот это вот Краснодарский вокзал. Всем здравствуйте. И здесь есть выход с третьего этажа на вот такой большой, огромный балкон, с которого открывается вид на море. Красота! Как они здорово сделали. Набережная, пальмы. Конец октября, а здесь прямо теплынь. Некоторые люди еще даже купаются. Вот так вот замечательно придумали, сделали такой вот балкон. Что гости и просто кто ожидает, может спуститься к морю. Здесь есть спуск, там лесенки. Это я пока поднималась, запыхалась. Отдыхалка уже совсем не та. Чай не 16. Так что вот. То есть балкон такой вот широкий. Можно пройти на ту сторону. Ну, какие облака красивые. Просто вообще сказка. Горы, город, море. И если есть минутка, можно посидеть на берегу моря. Там выход хороший. На гальке порелаксировать, посмотреть на волны. Очень здорово. Прямо красота. Ну и пальма прям как будто за границей. Ну, по крайней мере, для меня с Урала. Да, обычно для меня пальмы ассоциируются с Турцией, с Египтом. А тут у нас на родине, в России. Вот такая вот красота. Ну, я желаю всем хорошего настроения, замечательного дня. А мне пора на вокзал. Уже на электричку. И обратно в Краснодар. Вокзал большой, красивый. Просто замечательный. Всем хорошего настроения и старайтесь больше выбираться в незнакомые места.